90 граммов мефедрона обнаружено у жителя Махачкалы. 20-летний местный житель был задержан полицейскими возле одного из домов по проспекту имама Шамиля. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен и изъят полимерный пакет, содержащий 20 свертков. По данным экспертов, предназначенных для закладок, мефедрон хватило бы на 450 доз. По данному факту возбуждено уголовное дело. И давно вы занимаетесь этим? Нет. Сколько вы занимаетесь? Первый раз.